На эти кадры страшно смотреть. Машина на скорости сбивает троих детей. Слышно крики и стоны. Мальчику 12, 11 лет девочке. Третьи убегают, но чуть позже ему тоже понадобится помощь. Очевидцы говорят, что у того, кто не смог подняться, посинела рука. У девочки боли в грудной клетке. Детей увозят на скорой. В шоке все, кто стал свидетелем происшествия. Он даже не сбавил скорость, видит, что дети бегут. И он их подмял, можно сказать. Он не сшиб их, а просто подмял. Сначала мальчика, полненький такой, потом мальчик с такой силой в девочку, он ее под себя, и два тела, они налетают на третьего мальчика, но он легко отделался. И тут такой стук в эту машину, которая стояла, ждала свой зеленый свет. Девочка стукнулась, потому что мальчик подмял ее, она стукнулась в этот об дверь машины. А вот и тот, кто совершил наезд на детей. Говорить с нами он не захотел. Но общаться с инспектором ГИБДД пришлось. По словам водителя, он приезжал перекресток на мигающий зеленый свет светофора. И это действительно так. Однако через несколько метров находится еще один пешеходный переход, а над ним уже горел запрещающий сигнал. То есть водитель просто обязан был остановиться, а он, судя по этому видео, даже не пытался тормозить. Поэтому виновник ДТП однозначно будет привлечен к ответственности. В связи с данным происшествием хотелось бы обратиться к жителям города, быть предельно внимательным на пешеходных переходах. Аналогичный же случай у нас произошел вчера. Также на проспекте Строителей произошел наезд на пешехода, девочку, также несовершеннолетнюю. Девочка на сегодняшний день находится в тяжелом состоянии. Что касается детей, которых сбили на Гагарина, все они живы. Мальчики лечатся амбулаторно, травмы не очень серьезные. Девочка пострадала больше всех. Она находится в больнице. Врачи не уточняют, какие именно травмы она получила, но ее состояние оценивают как удовлетворительное. Алина Пантелеева, Фаер Акипов, новости НТР.